испанская деревня называется. Она была построена специально для Олимпийских игр. Ну, а потом сохранена. Построена как копия старинных Барселоны ворот. Такая же копия. Но вот это внутри испанской деревни. Все как в старинке. Как было много веков назад. Все эти узкие улочки. Магазинчики и так далее. Вот как красиво испанские городки выглядят. Красота. Да и только. Целый городок. Маленький. Компактный. Это цепи на стене. Красивая башня. Деревья полны мандаринов. Как-то их незаметно. Так видишь, полно их. А как на камере, почти незаметно. Интересно. Это представьте себе. Целый этот городок построен до Олимпийских игр в Барселоне для туристов. Ну вот, полное дерево мандаринов, но так трудно их увидеть на камере почему-то. Кажется, видно. Какая красота! Все как. Ну это в принципе есть оригинал, только что не старый, но все сделано по старинке. О, какие апельсины большие! О, как я хочу их свеженьких! Прямо с дерева! Это уже апельсин. Ну и что скажешь, дорогая? Дорогой, я хочу. Хорошо. Сидим, наслаждаемся кофе. Испанская площадь и все построения прямо как из мексиканского фильма. Вся площадь.
как из спагетти вестерна. Hola. Hola.